Всем привет, с вами канал Все про Android. Сегодня у нас видео о настройках приложений и как установить таймер для приложения без установки сторонних приложений. Давайте рассмотрим на примере TikTok. То есть, если мы перейдем в приложение и о приложении, у вас появится пункт, который называется «Время использования». И здесь можно установить таймер приложения. То есть, если вы залипаете в TikTok, или же смотрите что-то в фоновом режиме, вы сможете установить таймер для любого приложения, не устанавливая сторонних приложений. Выбираем вкладку «Таймер», выбираем «Время работы» и нажимаем «Ок». Таймер установлен. Теперь после запуска данного приложения вы сможете наблюдать следующую историю. То есть таймер будет заблокирован, приложение будет заблокировано. В любой момент вы сможете установить таймер. Таймер ограничивается по дням, то есть сегодня у вас ограничение выставлено, и данное приложение не будет запускаться, пока вы не удалите таймер. Что происходит во время того, когда приложение работает и установленный таймер, сейчас я покажу. Во-первых, изображение сразу же становится черно-белым, вне зависимости видео, это обычный экран приложения. Уведомление о том, что осталась 1 минута, вы можете просмотреть в строке уведомлений, будет уведомление. И после чего приложение просто останавливается. Вот так примерно это выглядит у меня на пикселе. Дальше я покажу, как это работает на Samsung. Samsung пошел немножечко дальше. Если мы открываем таймер, во-первых, для приложения показывается таймер. Если мы открываем приложение, то мы сможем установить время использования экрана. Это будет выглядеть следующим образом. Выбираем вкладочку «Таймер приложения». Здесь мы можем исключить какие-либо дни. К примеру, если мы исключим понедельник, то таймер начнет срабатывать в остальные дни недели. Ну, остальное все так же. Исключаем дни, которые нам не нужны. Нажимаем «Ок». В приложении будет висеть таймер. И приложение работать не будет. Если же мы изменим дни. Сейчас запустим TikTok для показа. То есть он работает. Если же мы изменим таймер и включим понедельник. Окей. Тогда приложение будет ограничено и у него будет вот такая вот подсветка. Ну вот такой вот интересный функционал. На этом буду заканчивать. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч!